В минувшие выходные в Зугрессе отпраздновали День города, завершив тем самым череду сентябрьских торжеств, посвященных очередным годовщинам со дня основания городов и поселков Большого Харциска. В честь очередной годовщины основания города энергетиков для жителей Зугресса была подготовлена культурно-развлекательная программа на целых два дня. Однако из-за введенных санитарных ограничений половина мероприятий была отменена. Без изменений остались выставка декоративных птиц, продовольственная ярмарка, соревнования по баскетболу, торжественная часть и фейерверк. В субботу вечером гуляния по случаю Дня города проходили на площадке перед Дворцом культуры, где была организована выездная торговля, работала полевая кухня. В главном зале местного ДК состоялась торжественная часть праздника с соблюдением всех противоэпидемических мер. Дорогие друзья, я хочу поздравить всех нас с рождением нашего любимого города Зугресс. История города – это история вас, наших жителей. Хочу пожелать нам благополучия, добра, удачи. Коронавирус внес свои коррективы в наш праздник. Поэтому берегите себя, берегите свои семьи, а нашему городу благополучия и процветания. Зугрессу всего 92. Это самый молодой населенный пункт Харцизской агломерации. В 1929 году, одновременно с началом строительства Зуевской ГРЭС, рядом с главным зданием будущей станции заложили фундаменты 8 жилых домов. Район назывался Каменным городком. В 1930-м здесь уже поселились энергетики и строители, которые продолжили возведение еще 32 этажек. Затем появляется и Южный городок, уже с 10 трехэтажками. Город начали активно благоустраивать. Появились школы, детские сады, больница. Сегодня жители города стараются сохранить и приумножить достижения предшественников. В ходе торжественной части праздника грамотами и благодарностями от руководителя исполкома ОДДР Алексея Муратова и главы администрации Зугресса Романа Гладких были отмечены педагоги, работники коммунальных предприятий, учреждений культуры, общественные деятели. Все, кто каждый день вносит свою лепту в развитие родного города, который считается прежде всего надежным оплотом республики в сфере энергетической безопасности. 92 года назад родился город, призванный дарить тепло, свет нашей большой родине. И по сей день город Зугресс является оплотом, основой энергетической безопасности и стабильности работы нашего государства. Это и тепло в домах, это и свет в больницах, в дошкольных учреждениях. Я знаю, что в этом городе, в нашем городе, живут прекрасные, трудолюбивые люди с большим теплым сердцем, которые каждый божий день своей работой, своим теплом помогают жить государству, делать его светлее, теплее, лучше. В торжественном мероприятии по случаю Дня города активное участие приняли творческие коллективы Зугресса. Молодежный клуб современного танца «Орион» и единственный в республике образцовый ансамбль бандуристов. Воодушевлением встретила местная публика артистов заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Праздничное настроение горожанам подарили солисты ансамбля Виктория Струкова, Евгений Васькин и Анатолий Меняйло, а также эстрадно-симфонический оркестр «Донбасса» под руководством главного дирижера Петра Рыжова. Я знаю, красотки, завершились праздничные гуляния яркими залпами фейерверка в осеннее небо Зугресса.